несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, сегодня выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Ну, очень слабо в защите сейчас. Есть у него пространство сейчас. Ждут партнеры решения тут. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Эдегор. Тави начинает матч.
Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Тави начинает матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть... Несмотря на погоду, немного дождя не повредит. Главное, не выйдут на матч хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками.